Ой-ой-ой. То есть, если циклы прошлогоднего биеннального треугольника Венеция, Стамбул, Москва состояли из 4 программ и лишь Венеция 7, то наша, киевская, украинская, тоже, похоже, будет состоять из 6-7 передач. Уже были фавориты, то есть favorites. Будет еще скульптура, объекты, социально-политические проекты, форма и фотография, пласке. Плюс некоторые выставки из параллельной программы. Уф, ну и слава богу, что есть что, много чего достойного быть показанным в ситуации Куте. Основой подобного деления, членения, было отношение к биеннале Арсенале как громадной, но выставке визуального искусства. То есть раздел был осуществлен сугубо формально, исходя из формы, а не заявочной, весьма расплывчатой тематичности, которая звучит следующим образом. Найкращі часи, найгірші часи. Крапка. Відродження та апокаліпсис у сучасному мистецтві. Куратор бієнале Девід Еліот дав їй сложносоставне названня, розділив вдобавок все на условні підрозділи. То есть, осваивая экспозицию, можно, нужно относить объект искусства либо к невтомному духу, в имя порядку, плоть, неспокойный сон. Некоторым работам удается быть классифицированными по двум и даже трем темам. Но я решилась предложить своим зрителям иное разделение. Кстати, сам Дэвид Эллиот предстанет в следующей передаче. Прям по ходу и пойдем. Первыми нас встречают деревянные скульптуры. Шигео Тоя. 75-летний скульптор, сочетающий простоту минимализма с барочной декоративностью. Круто. Используется по отношению к нему даже специальный термин. Минималистская барокко. Оксюморон. Над серией Woods «Деревянность» скульптор работает с 1986 года. Художник не создает лес, ибо каждая отдельная скульптура стоит все же особняком. Шигео Тоя при этом цитирует Сьюзен Зонтак. Давайте не будем тупыми совместно. А вот совсем иное дерево, тоже 74-летнего скульптора Миколи Малишко, который нарочито грубо, зато органично составляет эдакие знаки, то ли придорожные, то ли как противодействие советско-новоукраинским, таким вылизанным, по-прежнему в постсталинистском стиле скульптурам. Повсюду в Украине стоящим. Скульптуры объекты отменно сочетаются с объектами Филиды Бардлоу. О, этой англичанке тоже много лет. Эти ее объекты тоже несграбные, ведь скульптор принципиально работает в антимонументальном ключе. А в Украине она заинсталлировала все в Untitled Banners. Без назвы баннеры. Что такое баннеры, уже можно не переводить. А вот то, что англичанка напоминает нам о наших недавних героических временах, знаменательно. И не только из-за цвета знамен,
обращенных в тряпочки. Пожалуй, это можно было бы отнести к социально-политической передаче. Встреча с работами сверхизвестного на сегодня китайского художника-диссидента Ай Вай Вай в украинской редакции Ай Вей Вей не разочаровала. Во-первых, это работы. Во-вторых, 12 скульптур «Circle of Animals» — цикл, круг животных. Поднимает тему зацикленности на западном как летоисчислении, так и символизме. Но здесь нам, украинцам, есть чем ответить китайцам и Ай Вай Ваю в том числе. От зеленого чая и ширпотреба до драконов и годов белого кролика. Как известно, на образованных людей гороскопы не распространяются. И вот от жестких деревянных и металлических скульптур переходим к выглядящими мягкими, ибо розоватыми снежно-голубым объектам. Их скульптурами уже не назовешь из-за гомерических размеров, в смысле громадных, с названием «The Shooting» — «Стрельба». Фолькера де Йонга, Голландия. Он известен использованием необычайных материалов, часто даже неизвестных, обыгрывая в инсталляциях, а это инсталляция, темы истории, horror films, войны, политики и особенно индустрии производства химически вредных отходов. Трехметровые Давид и Голиаф. Нет, Голиаф огромный, Давиды маленькие, их много. Где Голиаф – жертва. А ведь и правда, Голиаф был жертвой. Его победили и одолели пращи. Совершенно отвратительные объекты Янобе Кэнджи, Япония. Они отыгрывают в полном смысле слова «игра» тему «Увага, attention» Чернобыля. Заключенных в этих дегенеративных игрушках, что роднит украинцев и японцев. Ужасно. Еще эта тема «Жизнь после ядерной войны». То, что останется как артефакт в археологическом значении после нынешних людей.
Oh, it's photo. No, video. It's now photo. Oh, yeah. И тут же должен воспоследовать ужас. Технически высокопрофессионально созданной скульптуры Рахиба Шоу, Индия. Такой милый, такой славный на фотографии молодой человек, да еще и с собачкой. Сотворил, воспроизвел незабываемое упырическое действо. Уф! Где белый лебедь и черный. Внимание! Вот вам ваши лебединые озера. Белый лебедь вырывает из бедного упыря кишки, тянет. А тут весь искажен нестерпимой болью, мукой. Тут переворачивание всех утвердившихся смыслов. Ведь Рахиб Шоу вырос в Кашмире, Индия, где перемешаны верования буддизма, индуизма, мусульманства и христиан. Называется скульптура «Нарцисс». Более мягкая, не столь назидательная, но отлично прочитываемая тематика у Рошель Нибоун. Английский скульптор работает с порцеляной, настоящим фарфором, чтобы склеить из человеческих тел подобие лимба, одного из кругов ада. А выглядит так славно, так эстетски, не так ли? Напоследок скульптура. Группа под названием «Тени странника». И особенно одно лицо, незабываемое. «Темная ночь души». Вау! В выражении лица столько всего заключено. Все изумление от деяний людских. Напомню, что русское слово «изумление» происходит от идиомы 17 века. И, будучи подвешен на дыбы, вышел из ума, изумление. Автор этой инсталляции – Анна Мария Пачеко, бразильянка из Лондона. Да, а отсылает работа, инсталляция, к теме гибели Трои, Энею, выносящему отца из руин. Такой вот сугубо апокалиптический финал этой передачи, посвященной скульптуре, объектам Биеннале Арсенале. Sorry. Yes. Дякую.